Год назад у нас был принят законопроект в первом чтении, и за год с того момента мы получили следующую активность. У нас принят закон, на основании закона разработана нормативная документация Банка России и создан прототип системы FIT-антифрод, который автоматизирует соответствующие процессы. И на слайде представлена табличка, в которой обозначены основные цифры по количеству операций без согласия, которые мы получили, и по суммам по соответствующим операциям. Стоит отметить, что это не мошеннические операции, это те операции, которые заявляют клиенты в банк, по которым они имеют свою точку зрения, что они не согласны с совершением такой операции. Из соответствующих операций у нас сформировано 560 фидов. Данные мы обновляли актуальными, сделали их на текущий момент, то бишь на сегодня. Ну, цифры — это не результат, мы работаем не ради статистики. Основной результат, который мы для себя видим, он как бы разделяется на два больших блока. Первый — это что система и прототип взлетел. Те цифры, которые мы видим, свидетельствуют как раз-таки о том, что банки нам направляют. Не стоит сравнивать эти цифры с отчетностью. Все-таки отчетность пока у нас превалирует, а данные в рамках FIT-антифрода банки пока направляют не в полном объеме. Есть соответствующее письмо о том, что меры надзорного реагирования за неисполнение не применяются с учетом того, что нужно доработать свои системы для того, чтобы такие данные в том порядке, который установлен нормативной документацией, в Банк России могли направляться. И второй основной результат, который мы для себя видим, заключается в том, что мы понимаем, что тот прототип, который у нас реализован, он хоть интересен рынку, но для того, чтобы мы давали качественный и нужный рынку продукт в виде тех же самых фидов, нам систему нужно оптимизировать и дорабатывать. И оптимизации должно подвергаться не только сама система, но и форматы, которые эта система автоматизирует. Также есть понимание того, что на рынке не совсем четко прослеживается вот этот маппинг между той системой, которая у нас развернута, и теми нормативными требованиями, которые мы закрепляем. На слайде перечислены эти основные требования, они достаточно понятны и очевидны, что банк должен репортить по каждому заявлению клиента, банк вправе получать данные из базы Банка России и должен выполнять ряд требований, которые предписаны законом. Но так как мы понимаем эту сложность одной из самых главных, наверное, есть смысл рассказать вообще о том, как работает репортинг прямо на пальцах. Тут показано то, что операции могут репортиться совсем разные. Это операции, которые явно фродовые, например, связанные с фишингом, воровством или социальной инженерией. И могут репортиться просто операции, с которыми клиент по какой-то причине не согласен, даже несмотря на то, что он провел их полностью самостоятельно. Клиенты обращаются в свои банки, у нас тут нарисованы банки, и возникает база данных FinCert. На слайде специально нарисованы две таблички, которые показывают условные различия между блоком сбора информации и блоком распространения информации. Мы собираем в рамках репортинга сведения об отправителе, данные об операции, сведения о получателе и статус актуальности операции для расчета и формирования фида. Банальные кейсы. Клиент пришел в банк, банк обработал заявление, выбрал необходимые данные для направления FinCert, данные по операции и данные о клиенте, поставил статус актуальное. Автоматически на уровне FinCert произошла маршрутизация, и данные по операции направлены в банк получателя. Банк получателя определил получателя по такой операции и зарепортил обратно FinCert. Аналогично операции проходят и в других банках, но тут мы попадаем в ситуацию, когда банк, например, не может выявить у себя такую операцию. Что же в этом случае будет происходить? Банк должен уведомить об этом FinCert, и мы у себя поставим статус такой операции неактуальный, то есть, вот, может быть, видите, что мы галочку убираем,
и в таком виде операция хранится в базе. Ну, так, дальше проходим по всем операциям. Клиент может сам сказать, что операцию он уже не считает операцией без согласия. Мы также убираем признак актуальности по такой операции. Или, например, операция, там нарисован посттерминал, связанный с покупкой. В такой операции, в принципе, мы сейчас не маршрутизируем такую операцию, не получаем сведения о получателе. Соответственно, операция остается в статусе актуальной, но без данных о получателе. Также клиент может со временем дополнить свое обращение с сведениями обращений в полицию, и такие данные мы также накопим в системе. Как вы видите, мы прошлись по операциям, эти операции зарепортили в банк, но при этом табличка с распространяемыми данными осталась все еще пустой. И теперь стоит рассказать, как происходит наполнение самой базы именно тех фидов, которые мы распространяем. И тут надо поправить коллег из группы IB. Это не черный список, это база центрального банка, которую необходимо использовать для оценки признаков операции без согласия. В базе по операциям без согласия мы выделяем те операции, которые имеют признак актуальные, то есть в которых мы отмели те операции, которые явно не похожи на мошенничество. То есть минимизируем риск false positive в фидах. Надо рассказать, какие мы оцениваем критерии. Номер карты, номер счета с БИКом, номер электронного кошелька, номер телефона, ИНН, и тут красивыми словами из указаний написано специальный код. Ну, это хэш от номера паспорта и хэш от СНИЛС. Дальше мы проходим по каждой операции и оцениваем эти операции вместе с анализируемыми параметрами на предмет выполнения внутренних критериев, которые установлены Банком России, для формирования соответствующего фида. И при оценке каждой операции в контексте мы выносим суждение, должны ли данные стать распространяемыми или не должны. Например, берем первую операцию, она не является соответствующим критерием. Берем вторую, понимаем, что она является соответствующим критерием. По этим анализируемым параметрам мы выбираем необходимый параметр, который попал под критерии, ну, пусть это будет хэш паспорта, и заносится соответствующий реквизит в фиды. Также мы проходим по всем остальным операциям, оцениваем их в контексте. Например, выявляем еще одну операцию, у которой уже критерием соответствует не один реквизит, а несколько. Например, это хэш паспорта и номер карты. И таким образом формируется база самих фидов. И мы приступаем уже к третьей части работы с базой фид-антифрода, а именно с применением имплементации этих фидов на стороне кредитных организаций. Мы рассмотрим два случая, которые покажут, наверное, такой волнительный для рынка момент, почему базу называют блэк-листом, а мы всячески пытаемся уйти от такого категоричного названия. Вот два банка получили, и к двум банкам приходят два разных клиента. Клиент сверху действительно попадается на некий фишинг, клиент снизу абсолютно легитимный клиент, у которого по какой-то причине он попал в базу фидов. Каждый банк, получая запрос на проведение операции, сравнивает по закону параметры из базы фидов и в обратную сторону задает вопрос своему клиенту. А уверен ли ты, что хочешь провести соответствующую операцию? В примере, где у нас клиент действительно попался на удочку злоумышленника, он говорит, что нет, я не хочу провести такую операцию, и таким образом деньги сохраняются. Во втором случае клиент говорит, что да, действительно, эта операция моя. В этом случае банк проводит или предоставляет возможность провести аналогичную операцию. Таким образом не нарушаются права граждан и юридических лиц, и возможно проводить операции, просто предоставляя банкам дополнительную возможность по оценке уровня риска. Соответственно, операция проведена, деньги шли в банк получателя. Что же у нас предоставляется в качестве сервиса на сегодняшний день? Банки
могут репортить операции, связанные с переводами денежных средств по счету и по карточным переводам маршрутизируются операции в случае, если в транзакции есть номер карты получателя и номер счета. Мы, к сожалению, не маршрутизируем на сегодняшний день операции, связанные с электронными кошельками и связанные с пополнением номеров телефонов. То есть, когда деньги зачисляются оператору связи в качестве предоплаты услуг. Также у нас не маршрутизируются операции, в которых отсутствует номер карты получателя, в случае, если такая операция проводится через некий сервис P2P-переводов. Но мы активно работаем над тем, чтобы такие операции можно было маршрутизировать. И доступно распространение и получение фидов по номеру паспорта, по хэшу от номера паспорта, по хэшу от номера СНИЛС, по ИНН, номер карты, номер телефона, номер счета плюс БИК и номер кошелька. Этот функционал предоставляет банкам возможность как выявлять в своих клиентских базах клиентов с повышенным уровнем риска и применять соответствующие нормы из указания Банка России, а именно накладывать ограничения на расходные операции по картам, либо получать в моменте по каждой операции в отдельности дополнительные сведения по реагированию на такую операцию. Я надеюсь, стало немножко понятнее, каким образом мы формируем базу. И стоит теперь поговорить о развитии нашей системы, потому что, как я уже сказал в начале, нам важно применение этой системы на вашей стране. Мы понимаем, что большое количество фоспозитива того, что уходит в фидах, это не отвечает заявленным целям создания этой системы и изменения законодательства по борьбе с мошенничеством. Поэтому мы для себя видим самым важным направлением – это оптимизация алгоритмов приведения операции в статус «неактуальный» и оптимизация анализируемых параметров. Также для того, чтобы нормально интегрировались банки со своими системами и минимизировали свой ручной труд, у нас есть задача по оптимизации того формата, который сейчас записан в стандарте, и приведение в соответствие тому, что заложено в системе. И реализация API для того, чтобы, опять же, минимизировать ручной труд, чтобы данные можно было забирать автоматически. Важной задачей является уменьшение немаршрутизируемых данных, потому что коллекционировать сведения о фроде, не распространяя их на рынок, для нас не является целью и выполнением норм, предписанных законом. Также API нужен не только для того, чтобы припортить операции, а и для того, чтобы получать фиды. То есть это тоже важное направление нашего развития. Ну и, естественно, оптимизация набора самих фидов для того, чтобы банки наиболее эффективно боролись с фродом. В принципе, я хотел, когда готовил эту презентацию, я хотел закончить на этом, но вот вчера у нас была сессия с Kiwi и IBM, там было интересное обсуждение, и я все-таки решил добавить еще один слайд и послушать сегодня сессию Поздышева, там Сычев тоже выступал, и понял, что я не прогадал. Это тоже обсуждался этот вопрос. Регулятивные риски или драйвер развития. Как вы, как рынок, воспринимает ту систему и те изменения в законодательство, которые были у нас в течение прошлого года. Вот вчера на сессии было бурное обсуждение. В основном все склонялись с позиции бизнеса, что регулятивные риски – это регулятивные риски, и нужно с ними работать соответствующим образом. И только одно мнение прозвучало, что мы вам предоставляем все-таки драйвер развития, вообще изменение закона и внедрение новых систем – это драйвер развития банков, банковской сферы для того, чтобы бороться с фродом и защищать в первую очередь своих клиентов.
И вот руководство наше сегодня тоже высказало позицию, что все-таки мы для вас драйвер развития. Поэтому свою презентацию я бы хотел закончить на такой оптимистичной ноте, что Fit Anti-Fraud, по крайней мере, в рамках нашей работы, является драйвером развития. А мы предоставляем вам партнерство для кибербезопасности. Спасибо. Спасибо, Артем, за выступление. У меня будет один комментарий и один вопрос. Это, скорее всего, обращение к отрасли. Коллеги, не нужно ныть, а нужно проявлять активность, идти на контакт с регулятором, предлагать что-то и пытаться это с помощью, опять же, регулятора и механизмов, которые вам доступны, просто привносить себе в жизнь. Мы все привыкли сидеть и ждать, пока нам сверху что-то спустят. Хватит сидеть. Нужно идти на контакт и вводить это все, внедрять в жизнь. Тем более регулятор у нас достаточно адекватный в этом плане. А вопрос у меня будет связан со следующим. В презентации у тебя был момент по поводу хеширования данных. Какой алгоритм хеширования используется? Используется соль, потому что данные-то достаточно короткие, и пробутфорсить их несложно. Да, согласен, пробутфорсить их несложно. Используется SHA-256 и без соли. Спасибо. Там есть определенные на то причины. Я думаю, не стоит обсуждать это в паблике. Нет большого смысла. У нас сегодня есть сессия для банков. Мы можем там с банками поговорить на эту тему. Спасибо большое. Коллеги, Артем Сударенко. Вопросы уже в кулуарах после окончания.